Приготовим вкуснейшие ленивые голубцы, запеченные в духовке. Такие вы еще точно не готовили. Обжариваем крупную луковицу до золотистого цвета на растительном масле. Шинкуем капусту. К луку добавляем морковь, натертую на терке. Обжариваем 2 минуты и добавляем капусту. Надо добавить воду или, как у меня, немного бульона. Тушим капусту до готовности. Не забудьте ее посолить. Затем берем фарш, у меня говядина и индейка. Соединяем капусту, фарш и можно добавить еще вареный рис. Соль, перец, все хорошо перемешиваем и мокрыми руками формируем ленивые голубцы. Выкладываем их на противень. У меня фарш 800 грамм мраморной говядины и 500 грамм индейки. Получается целый противень ленивых голубцов. Готовим соус. 5 столовых ложек сметаны, 2 столовые ложки томатной пасты. Добавляем воду и все хорошо перемешиваем венчиком. Заливаем голубцы и запекаем в духовке 40 минут 180 градусов. Обязательно попробуйте. Готовится просто, но это очень-очень вкусно.